Привет, мой друг. Буду так, камрадес. Функоматер в практише электронис Урале. Здравствуйте, дорогие друзья, единомышленники. Продолжаем тему немецкого журнала «Радиолюбитель». Никакой, так сказать, ценности на данный момент они вообще не имеют. Хотя номер 12 мне попалась потрясная вещь. Это схема автостопа и переключателя хрома и металл. Для советского магнитофона электроника. Что там, 302. Я был в шоке, если честно. Может быть, еще что-нибудь попадется. Ну, давайте посмотрим. Так. Значит, 10 номер. Что тут на обложке? Это у нас, скорее всего, охота на лис. Ориентирование на местности. Тут УАЗК у нас, наверное, скорее всего. УАЗик. Так, это вот содержание. Так, с большой... Так как у нас уделялось воспитание подрастающего поколения, направление обороноспособности страны. Пионеры. Немецкие солдаты. Вот еще. О, Захар стоит. Зилок. Так, а кто это там у нас? Это тоже немец. Кстати, вот такой дизель-генератор я видал летом на черных номерах военных. Был, мягко говоря, в шоке. Так. Учение. Так, ну опять схемки пошли, которые нам уже вроде как ни к чему. Все равно элементную базу надо под свою подгонять. Ну, хотя тут есть проскакивают. По крайней мере, транзистор МП-26 и 35 я на их схемах обнаружу. Печаточки. Так, что тут?
Ну, это мелодия генератор какой-то. По интуиции я перевел. Очень даже похоже на наш, что там, 155 ED3 микросхем, по-моему. Ну да, каждую ноту надо подкручивать подстроечником. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я говорю, 7 нот. Еще, так сказать, изделия. Переводите сами. Digital Distributor Pass наш язык сломаешь. Ну, оно нам и ни к чему совершенно. Такой вот, не будем заострять внимание. Генератор, ну, понятно. Опять про немецкую армию, ГДРушка. Что-то укладывает. Что там у них за тягач, кстати? Мост скидывает. Не разобрать. Еще, так сказать, изделится синус, косинус. Так, грамотка. 75-й год. Или диплом. Диплом, по-моему. В общем, как-то так. Продолжение следует.